Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы играем в World of Tanks Blitz. Мы начали играть в эту игру на Detol First Play, и ребята очень просили поиграть на основном канале, мы играем здесь, для вас, сейчас. Ну что ж, мы продолжаем. Кстати говоря, кто хочет посмотреть первую часть, можете переходить по ссылочке в описании, смотреть первую часть обучения. Мы продолжаем сейчас обучение. И поехали в бой сразу же, сходу. Конечно, в бой, конечно. Пока что здесь показать ничего не можем. Танк уже у нас второй, Т-26. Экипаж на 75% прогрейдили. В бой дальше мы толком и не знаем, что здесь будет. Но пока нужно что-то делать. Да, пока что вот так вот. Пока что учимся, играем. В танке вообще мы не играли в принципе. Ожидание игроков. У нас все онлайн, ребята. Все танки онлайн, то есть вот этим джойстиком управляем. Ну, короче, посмотрите в первом видосике, в обзоре игры на First Play. Что и как делать. Да, кстати говоря, подписывайтесь на канал, там обозреваем все видео новые. Так, ну что, смотрите, карта у нас, да? Да, слушай, и куда нам нужно плыть и ехать? Да вот за ребятами поехали. Поехали, в любом случае. Ох, как тут завалили. Так, что он остановился? Так. Где у нас противнички-то, а? Я не знаю, пока что противников не видно, но нужно флаг захватывать, да, как-то. А, противник уже там, слева. А, вот, смотри, сверху. Да, вот кто-то там и есть. Так. Сейчас цепанем его. Ох ты ж, смотри, он там за зданием. Не, он за зданием, нет, не видно его. Так, а что мы немножко... Ага. Отлично, ребята, ползем. Мне кажется, вот слева там какой-то бой уже идет. Но только нам, наверное, не пробраться туда, да? Сейчас ты врежешься. Ай, да не врезался, нормально. Опа, проехал. Соскочил просто. Слушай, там наверху уже ожесточенный бой какой-то идет, а вот мы на... А мы сейчас вот справа, смотри, видишь, один тут затесался, а? Внимание, он, мне кажется, сейчас будет стрелять. Так. Ты помнишь, где нужно лучше стрелять? Да куда-то в кузов, все нормально. Взяли. Взяли, да? Убили? Конечно. Отлично, слушайте, ну... Первая у нас убийца, правда, она не наша, по всей видимости, да? Почему не наша? Ну, потому что слева, видишь, написано, кто сколько убил. А-а-а. И мы пока что ноль. Так, смотри, 0,2 секунды от левого нас разделяет. Смотри, ух, слушай, мы с заднего фланга. Вот, право, правее прицел. Да нет, вот, вот этого, да, прям. Да, стреляй его. Он ухлёб. Ну, что тебя? Тихо. Да, ребятки, мы еще не совсем... А ты видишь, что когда прицеливаешься... А, то есть он был... Он мертвый уже. Да, он же мертвый, но надо других валить. Что ж такое-то? Мертвый стоит танк. А, мы просто слишком внизу были, поэтому... Да. А вот правее не мертвый... А, это правее тоже мертвый, по всей видимости, там куда-то дальше. Красный. Нам, по всей видимости, какая-то мощная команда досталась. И мы да, наша команда всегда вытягивает бой. Куда-то все в другую сторону идут, мне кажется, нет? А, вот, левее. Вот. Да. Смотри, сейчас выйдет. Ну-ка, прицели. Смотри, он тупо врезался, а. Но... Подожди, а... Добили? Он... Да, бой окончен. А он врезался специально, типа, чтобы это... Чтобы разнести его. Ну, вполне возможно. Отлично, ребята, победа. Так, результаты боя. Ну, нам нужно экипаж поднимать до 100%. Наше задание это. Не так, что... Поехали в бой. А, нет, древо танков у нас хочет. Хочет у нас... В древо танков, да, зайти? Выберите нацию, какую вы хотите... Какой танк вы хотите приобрести? А какой мы хотим приобрести? Я даже не знаю. Давай, наверное, за американцев поиграем. А? Слушай, а уже мы готовы приобрести танк? Ну, здесь нужно танки? Другой нации танк приобрести. М2 Light, да? Что там еще есть? Ух ты. Средние танки. Тяжелые танки. А нам можно любой выбрать? Техника, можно вот седьмой способная выбрать? Наносить высокий разовый урон. Ага. Выберите танк первого уровня. Ты хотел сразу супер тяжелый. А потом купить. Мы уже будем... Вот, здесь апгрейд идет, да? Да, конечно. Апгрейд. И дальше, ого, сколько здесь, ребята, надо играть. Ну что ж, покупаем. Уже третий танк у нас получается. Да, у нас уже три танка, это круто. Каннингхам. К танку. О, поздравляю, вы прошли базовое обучение. Награда 700. И, наверное, сейчас нам предложат поменять как раз никнейм, да? Или нет? Ага, так... Боевые задачи. Основное выполнение боевых задач пройдет через 4... Так. Через 4 часа, да? Или 4 минуты?
Ну да, Саша, что это? Бронебойщик, меткая серия, чемпион. Что нужно? Что взять-то? Давай меткую серию выберем. Прогресс по боевой задаче будет потерян. Вы действительно хотите заменить задачу? Слушай, а может не менять их вообще просто? Ну да, давай оставим. Вот, отлично. Навык тренируется на технике одного типа, экипаж которого достиг мастерства 100. Угу, отлично. Ну так, а у нас достиг 100. Вот у нас экипаж 100 здесь. И здесь 100, а здесь 86. Смотри, есть какая-то новая луна, какое-то задание. А, да, вот, кстати говоря, мы давно хотели имя-то поменять. Наконец-то. Вы сможете сменить имя в игре после дополнения аккаунта. Понятно. Короче, либо можно подключить соцсети, да, то есть зайти через Facebook. Ну да, Я думаю, мы это сделаем уже в следующий раз. Да, в любом случае сделаем это в следующий раз. Сейчас пока что поиграем. Техника с маркером X3 получает увеличенный опыт за первую победу. Угу. Таймер отсчитывает время до обновления увеличенного опыта за первую победу. Так, ну что, давай в бой перенесемся? Пока. Конечно, что... давай в бой. Слушай, пока что, не знаю, вот этот танк второго уровня, кстати говоря. Ну, давай его будем использовать. У него экипаж 86, как раз протюнем. Поехали в бой, ребята, посмотрим, хотя поиграем, повыносим кого-нибудь, а то мы что-то как-то... Слушай, а мы опять на этой карте, да? Непонятно. Ну, по всей видимости, да. Ожидания игроков, ребята, задача захватить базу или уничтожить всю технику. База у нас... А, смотри, флаг у нас слева находится. Ну вот, да, слева. Получается, нам надо налево захватывать флаг, как минимум. Ну, да? Либо же мы пойдем по дуге, как в прошлый раз. Здесь мы прям, прям в лоб с врагом столкнемся. Что ж такое-то, а? Надо наоборот, нам наверх туда, да? Я думаю, да, лучше через верх пойти. Чуть мне кажется, мы задом двигаемся, нет? Да, все верно, мы же разворачиваемся. Так, ну вот сейчас мы как раз в самое огнево попадем, где ну, так весь это хорошо. Замес. А вот в прошлый раз мы проехали вокруг и уже не успели. Ну, смотри, нашего там уже разносит конкретно. Ну, потому что он красавчик первый побежал. Да, действительно, нужно где-нибудь так зашкириться. И вот смотри, вот сейчас вылезет 0,2 секунды. Можно уже включать пушечку, чуть-чуть повыше подняться. Да, можно с пушками. О, слушай, снесли его. Никого не видно на горизонте. Можно двигаться дальше смело. Можно двигаться. Так, интересно, о, смотри, вот там внизу. Есть, да? И внизу, и слева кто-то был. Смотри, мы можем прямо сверху далеко. Сейчас на пригорок встать, и мне кажется, спокойно... Ой, он прямо здесь, что ли? А, нет, и, он нет. Совсем... Смотри, вот, левее, вот. Ух ты, ребятки, привет! Так, смотри, сейчас он выйдет, мне кажется, нет? Так. Он собирается нам атаковать... А, захват базы делает, да? Ну, что-то он делает в любом случае. Нужно его срочно атаковать. Как-нибудь так... Вот. Ну-ка, хорошо. А, нету. Да чуть ниже опуститься. А, не могу, понимаешь, что нужно. Ну, значит, надо проехать. Ну, это совсем ты так открылся. Броня не пробита, нам говорят. Нормально, сейчас... Давай, еще чуть-чуть. Хорошо, да? Но нам... это не мы. Не нам, засчитали фраг. Чини. Мы прям идем так, маневр такой очень опасный. Давай! Так, по нам атакуют. Нет, нас по нам не стреляет, перезарядочка у нас. И еще. Давай, поехали. Хорошо. Отъезжай назад, перезарядка, чтобы он не попал в нас. Спрятались. И мы готовы. Выезжаем. Ну-ка. Нет. Вот только сейчас можно было стрелять. Отходи назад. Он подстрелил нас так. А можно немножко дуло вверх приподнять, чтобы вот отсюда прям так пришкириваться? Нельзя приподнять дуло на одинаковом этом. Да, нельзя выше задирать дуло. Но оно автоматом задирается, я же дуло не направляю. Уехал он, короче, испугался. Испугался, давай его догонять, мне кажется. Да что ж такое? Ну что ты не можешь с этим разъехаться никак? Свои же не дают проехать. Так, подожди. Вот он, его убили уже, да? Ну, наверное, нам нужно вот прямо теперь ехать. Да, едем прямо. И там флаг будет, нет, левее будет флаг. Вон, смотри. О, отлично. Смотрите, здесь прям бой такой ожесточенный. И мы так бах.
И смотри, он не понимает, да, по всей видимости, кто его расстреливает. Сейчас, подожди. Ах, опять не мы, да что ж такое? Опять не мы. Все, что ли, да? Все танки разнесли? Не знаю, мне кажется, вот нужно левее немножко поехать, и вот в этом направлении. Все, захват базы, мы победили. Все, огонь, мне да? Мне кажется, что да. А, нет, у них еще один остался. Да, и по всей видимости... А, вон он где-то. Так, назад сдаем. Не, он очень далеко, мне кажется, нет? О! Слушай, ничего себе, мы достаем до него. Да ладно, достали же, да? Да, достали, немножко даже покоцали. Слушай, очень, на самом деле, надо привыкать к управлению. Конечно, да, это не так, что... Мне кажется, вот от сель мы вообще не попадем, нужно чуть-чуть вперед достать. Вот здесь уже можно прицелить. Вот оно, давай, хорош! Не вообще нам, четко. Нет, не нам. А че мы так... А, все. Бой окончен. Хоу! Ребята, победа. Нормально. Нажав кнопку, вы можете продлить премиум аккаунт. А у нас что, он был уже, что ли? Не знаю. Хорошо. Наверное, сейчас скажут, купите. Да, надо, главное, случайно не купить. Ребят, ну что ж, вот такие были танки. Если они вам нравятся, ставьте лайк, пишите комментарий, нужно нам играть или нет дальше. Мы пока что будем развиваться, качаться, апгрейдиться. Все, кто просил игру, вот, сделали. Мы играем. Да. Ребят, всем спасибо за просмотр. Пока.